знаете, для меня театр не чужой, так как в моей деятельности, скажем, профессиональной, культура – это та отрасль, которую я курировала на протяжении многих лет. И наш драматический театр всегда был базовым учреждением культуры, который нес в себе и воспитательные ценности и цели для наших зрителей. И придя сюда, я почувствовала, что коллектив с огромным удовольствием готов и дальше выполнять эту миссию. Это очень важно, это очень нужно. И я думаю, что здесь очень работоспособный коллектив, который жаждет творчества, который хотел бы именно реализовывать и новые идеи, но именно на базе тех ценностей, которые присущи академическому государственному театру. В соответствии с этим планы на следующий сезон, они остаются продолжением тех программ и проектов, которые мы считаем чрезвычайно важными, например, театр детям. Мы понимаем прекрасно, что сегодня для образования школьников урок в музее, урок в театре, они должны стать нормой, системой. Потому что одно дело произведение прочитать или не прочитать, в зависимости от того, как ты его смотришь или знакомишься с ним на театральной сцене. Поэтому проект «Театр детям», он будет расширяться, продолжаться. И я хочу сказать, что мы его будем не только здесь делать, но также вывозить в муниципальное образование. Да, и проект «Доступный театр», он тоже был реализован в год культуры, если вы помните, да, и родился в стенах драматического театра, его затем подхватили уже другие театры, он себя оправдал на все 100%, на все 100%. И в этом году, даже в 16-м, извините, году, посетили более 9 тысяч зрителей именно по этой программе. Мы его оставим и будем развивать. Он очень нужен. Понятно, что помимо творческих планов, я сейчас не буду называть какие-то конкретные спектакли, но хочу сказать, что нас ждет в 18-м году большой юбилей, 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, и, соответственно, мы обязательно будем рассматривать постановку «Ее не было в театре» по Тургеневу, и это будет тоже базовый спектакль и для нашего подрастающего поколения. Будем смотреть современные пьесы, интересные пьесы, которые можно реализовать в театре. И у нас большая задача, мы готовимся к ремонту малой сцены. И думаю, что ремонт и возможности малой сцены, они будут немножко другие. Малая сцена еще должна стать площадкой рождения спектаклей, которые потом должны ездить на гастроли в наше муниципальное образование. Не все обладают большой сценой, правильно? А вот постановки малой сцены, они дают возможность вывозить в небольшие дворцы культуры, клубы для показа этих спектаклей.